Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу, как можно сделать зеркало вот такое вот, которое утоплено в плитку. И, в общем, короче, небольшая видеоинструкция, как можно зеркало размером 80 на 97 сантиметров врезать в плитку. Плюс установить еще по бокам два светодиодных светильника тоже, которые будут встроены в стену.